Друзья, всем привет. Помню, был 2010 год, я ездил на семерке, был таким ярым тазоводом, моя первая машина, и это был ТАЗ. Я никогда не любил четырки, я никогда не любил пятнашки, мне нравилась тринаха. Вот не знаю, почему цепляло. Они не нравились, не знаете почему? Моторы были восьмиклапанные, но сейчас 80% комментариев скажут, ты что восьмиклапанный едет? Может быть, для вас едут, но для этих машин они не едут. Они так, передвигаться потихонечку. Мне звонит знакомый человек, у него была семерка. Я говорю, привет. Тоже инжекторная. Звонит, купил себе четырку. Я думаю, блин, зачем ты ее взял про себя по телефону? И когда он сказал, что взял на 16-клапанную суперавто деспериоровским мотором, здесь меня начала чуть-чуть зависть брать. Думаю, нихера себе. Он приехал. Говорит, поехали, прокатись на ней. Я прокатился, знаете, для 2010 года... Ну, меня не катали просто, я не был таким, знаете, там, меня каждый день на Панамерах, на X6, на M-ах не катали. То есть для меня, я сел, я почувствовал динамику, для меня это было очень круто, я обалдел. То есть что ТАЗ реально так валит, и раньше, вы помните, вот реальные тазоводы, год 2008, 2006, все мечтали на зубилу, на девятку поставить 16-клапанный мотор. И суперавто контора сделала это. И когда я ездил на четырке суперавто в 2013 году, если я купил 126-м, вот эта машина... Для меня было враг просто. Я ненавидел приоры. Каждый светофор я выискал приору наказать ее. Я думаю, приороводы также не любили эти четырки 16-клапанные. У меня была со 126-м мотором. Она едет быстрее 124-го мотора, а с 8-клапанами ездить вообще нет вариантов. Я ездил с 8-клапанами, там, вот вы не представляете, вот видите столб, вот сними тот столб. На 400 метров вот так я привозил 8-клапанную машину. Она их просто уничтожала. То есть для того времени и сейчас, для машин там 1.6, 120 сил стоковых. Даже я ездил с пола турбовым 125 лошадиных сил, кто реально быстрая машина. Эта тачка на чипе умудряется объезжать. Теперь поподробнее, что это за машина. Наконец-то к нам приехала четырка суперавто. Изначально здесь стоит 124 мотор, 89 лошадиных сил с 12. Владелец доработал, поставил другие распредвалы. Валы здесь стоят, конторы я не знаю какой. Нуждиновские валы, вот подсказывает владелец. 8,7 у нас подъем, фаза 264, да, все верно. Потом у нас это Волга Форсы, насос стандартный. И вот прокаровский ресивер. Блин, в то время, в 2014 год, я помню, мне предлагали за 15 тысяч. Блин, не было бабла у меня столько. Хотела себе чисто поставить именно прокаровский ресивер. Он один из единственных, который встает сюда хорошо, потому что мы видим, 16-клапанный мотор очень много места в тазу занимает. Под остальные ресиверы приходится здесь все пилить. Фильтр заводской, выхлоп у нас полностью на 51-й трубе и коробка. Пара у нас 3,9, ряд 18. Как едет эта машина, я не знаю. 123 силы, 156 момента показала эта машина на стенде. Моторных сил. Теперь приора. Сердце этой машины начали ставить сюда. И только за счет этого хорошего мотора эти машины поехали. Здесь стоит завода 126 мотор, повторюсь. Владелец, он немножко прям так разлетелся, но перебрал полностью. 70 тысяч рублей, 76 тысяч рублей, по-моему, да, он тебе обошелся, весь ремонт мотора. Поставил валы, у нас здесь стоит 8,6, фаза 266. Форсунки стандартные, почему-то владелец их не менял. Ресивер NFR, воздушный фильтр заводской, середина и паук у нас на 51-й трубе, то есть там стингер стоит, а банка заводская. Но 130 сил показала машина, она откатана под 95-й бензин. Эта машина под 92-й, ну, мне кажется, ты вообще прям похричился. Если уж дорабатывать машину, наверное, надо прям под сотый, что не злее, чтобы она ехала. А теперь минус этой машины, у нее стоят большие 16-е колеса. Теперь что, друзья, вы не представляете, как я ждал этого заезда, когда уже приедет четырка и покажет, что она может против приоры. Передача 120, третью переключили, 130, 140, 150, 160. Ну, корпуса сейчас 3 взял, хорошо вернулся.
включил-то передачу, и он тоже. Не попали. 130, 140. Ну, сейчас в обратную сторону еще раз сделаем. На 160 доведи. Ровно 7 отсечка, да? Ну, блядь, 7200, но она круче пойдет, ее тяжело поймать. Стоп-мотор ты дальше крутил. Все, пускай. Нам сейчас здесь развернуться. Давай. Мы сильно потеряли старт. Третья передача. И на старт у четырки великий. Корпус полтора примерно. 140 идем. 150. 2-3 корпуса где-то привозит четырка. Ну не отъезжает, держимся. 160 сейчас идем. Заезд 20. Так, отлично, поехали. 100 идем. Отходит дальше. 140. Держимся. Проигрываем где-то корпуса 2,5. Сейчас 170 идем, начинаем догонять. 200 начну набирать. Уже за 200 идем. Все. Одновременно переключили. Второй сметаем. Второй до конца. Третья передача едем. 140. 4 помножаем на 4. 150. Не отпускаем. 160, не отпускаем, сейчас четырка чуть начнет, одна чуть уходить. 170. 180. Сейчас будет тормаж, отпустил. Поехали, вон чуть. Чуть раньше задавил. Третью передачу приора, валим дальше. 130, 140. 150, корпусу 2, четверка нам везет, на камеру может даже кажется больше, не отпускаем, четвертая. 170. Сейчас будем съедать. Да, аэродинамика играет, все. 190, сравнялись. Проходим. 200. Все. Давай. 80 набираем. 80. Блядь, я ничего не слышал. Он сигналил. Левый ряд. Скорость 140. 150. 160, он сейчас отсюда отпустил.
Друзья, не получилось нам снять гонку этих машин в один вечер. Спустя два дня владелец четырки настроил ее все-таки. Мы сейчас вставим видео нарезку, как она стартовала до этого. Раз, два, три. Давай, еще на телефон, вали. Давай. Что за хуйня? Еще на такой тоже. А ты из четырех? Пружину меня там дросил, еще не может дросить. А ты из четырех? Бросай, прям резко. Она лохнет. Теперь объясню, почему это было. Владельцу сделали эффектный лаунч, с помощью которого она якобы там плюется пламенем. И за счет этого лаунча она никуда не ехала. То ощущение, что вот машина жестко стартует с тормозов. Вообще никак. Там 20 даже машина полностью не открывалась. Вот 40, 60, 80 мы в тот день сняли. В эти заезды видели. А вот с места с 20 четырка активировалась. Она показала то, что реально с места она хорошо прыгает. Этот корона старт 4, когда я катался еще на стоке против стоковых привор, она вот со старта всегда уходила. Но 180 и коробка начинает не помогать, потому что четвертая настроена прям до 180, а пятая включается, машина у нас дальше уже не едет, и привор за счет аэродинамики просто улетает. Вы видели, мы ехали в хвост, ложились за 200. И за 200 мы не догоняли. Понимаете, то есть мы в хвост прям ехали, положили, а приора так уезжает, уезжает и уезжает. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.